Linux это хорошо, особенно для тех, кто устал от Windows. Наверное, чтобы перейти на Linux, нужно серьезное волевое решение. А вот посмотреть, что это такое, не расставаясь с родными форточками, вроде бы можно. Ну, по крайней мере, сейчас попробуем. Bash-эмулятор в Windows не является, собственно, виртуальной машиной, параллельной операционной системой. Это встроенная Windows-среда для запуска программного обеспечения Linux. И для начала нужно просто подключить эту функцию в настройках Windows. Не буду вдаваться в техническое описание того, что такое WSL, то есть подсистема Windows для Linux, дабы не вызвать критику со стороны слишком умных. Скажу лишь, что вот здесь нужно поставить галочку, если она не поставлена. Подсистема Windows для Linux. И перезагрузить компьютер. Тут могут быть сложности с устаревшей версией Windows. По-моему, до 17.09 нужно проводить еще ряд манипуляций, но я их рассматривать не буду. Просто обновите OS. Можно, кстати, сразу проверить, запустился ли Bash-эмулятор в командной строке, набрав команду Bash. Но можно и не проверять, потому что нам это ничего не дает. Пока сделать с этим мы ничего не можем. Ну, разве что посмотреть содержимое папки. Нам нужно, собственно, установить Ubuntu, точнее эмулятор. Давайте, в общем, без точных формулировок, установить Ubuntu. Хотя, еще раз, это не Ubuntu как таковой. Можно установить, кстати, разное ПО, WSL поддерживает разные системы, но я буду делать в такой конфигурации. Все, устанавливается как отдельное приложение и запускается как отдельное приложение. По сути, Ubuntu в среде Windows запущен. Минимум настроек — установить логин-пароль. Это логин-пароль на Ubuntu, он не должен совпадать с Windows. По сути, это разные пользователи на разные системы. Обратите внимание, кто первый раз сталкивается с командной строкой, пароль не отображается даже в виде звездочек. Это нормально. Кстати, по командной строке, по использованию Docker, ну и вообще по всем аспектам установки свободного ПО на свой сервер, я в ближайшее время сделаю онлайн-курс. Следите за анонсами. Все, система настроена и готова. Можно сразу сделать апдейт. Мы, собственно, уже в Linux. Или в Unix. Ну, в общем, неважно. Делай, как я. И установим какую-нибудь простенькую программу. А вот так это делается в Linux. Не надо никуда лазить, ничего искать, ничего скачивать. Достаточно просто знать название программы. Вот это мне, конечно, очень понравилось, когда я в первый раз столкнулся с Linux. Устанавливаем мы простенький текстовый редактор. Все. Точнее, не все. Нам нужно еще сделать так, чтобы Windows мог отображать программы Linux в виде отдельного окна, и делается это с помощью X-сервер. Ссылку на X-сервер оставлю в описании. Скачали. Установили. Теперь надо запустить. Оставляем настройки по умолчанию. Еще надо разрешить доступ в Firewall, если запросит. И убедиться, что X-сервер лежит в трее, то есть запущен. Если X-сервер не запущен, работать ничего не будет. А также ничего работать не будет, если не набрать в Ubuntu вот такую команду. Конечно, танцы с бубнами, но чего вы хотели. Нужна простота — устанавливайте Linux. Кстати, это несложно. Ну и все. Для запуска любой программы вам нужно просто набрать ее название. Ну, если она установлена. И вот такой прекрасный текстовый редактор от Linux мы имеем в среде Windows. Сразу скажу, что работает не все и не всегда хорошо, но работает. Честно говоря, у меня с Linux не заладилось в свое время. У меня стоит древняя звуковая карта, но крутая, а в Linux на нее нет драйверов. Но в целом, как операционная система, Linux мне понравился гораздо больше, чем Windows. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий.